Приветствую вас, дорогие наши зрители, побег с нулевого этажа. Игру еще даже не анонсировали, игры нет вообще нигде, да, то есть дата выхода еще не объявлена, и вообще непонятно, выйдет она или нет, кстати. Вот, вы оказались в ловушке на бесконечной парковке, ваш единственный выход – пройти через нулевой этаж. Обнаруживайте тонкие аномалии, принимайте важное решение в этом головокружительном психологическом хорроре. Осмелитесь ли вы избежать неизбежного, то, ну, конечно же, как всегда, все зависит от нас, да. Вот, сможем ли пройти этот запутанный лабиринт всего и вся и смерти, вот, как-то так. Ну, давайте посмотрим, в любом случае у нас есть ключи, мы должны... проверить, вот. Так, короче, здесь нет ни менюшки, здесь нет ничего. А, ну вот только есть меню пауза. Вот, но пока слишком скорость. Я могу назад уйти. То есть тут, смотри, ты сразу начинаешь где-то в середине. Вот, я надеюсь, что это поменяется, потому что меня неоднократно бесят игры, в которых ты начинаешь там в лесу. Нету ни истории, ни предисловий, вообще ничего. Зачем ты пошел в этот лес? Почему ты пошел в этот лес? Ну, короче, много вопросов, от которых у меня... на которых у меня просто нет ответа. Так, что это? Минус 9? Такое ощущение, что за нами кто-то... Странно. Так, хорошо, ладно. Допустим. Минус 9. Я хожу по кругу, серьезно? Или меня глючит? Так, ну вот есть три. Подожди, идут стрелочки. А если я назад спущу? Против минус 9. То есть по факту я иду на спуск, правильно? В смысле, а в чем прикол тогда? Мне же ключ для чего-то дали, правильно? Чтобы я посмотрел, оценил, потрогал и так далее. А в чем тогда смысл? Никаких не activation, ничего вообще, абсолютно ничего нету. Так, Enter тоже выходит, кстати, в меню. Эпический звук, клавиатура, геймпад, все есть, а... Может быть, здесь типа логически как-то нужно обойти. Но здесь везде минус 9 этаж. Абсолютно везде. Мы не можем ни прыгать, мы не можем вообще абсолютно ничего. Может быть, здесь есть определенная, как говорится, ветка чекпоинтов. Знаете, есть такие игры, которые нужно по кругу прям раз сходить, два сходить, три сходить. И что-то происходит, и типа потом что-то меняется. Но здесь я вообще ничего не наблюдаю. Шикарно. Нам дали игру, чтобы мы просто побегали по парковке. Охуенно. Классно. Четко. А самое главное, прекрасно. Я возьму на заметку, как правильно делать игры. Вот, я надеюсь, что это действительно та самая прекрасная история. Не, ну хотя бы разбавку какую-то дали, я не знаю, но вообще ничего нет. Минус 8. Вы тоже это видите? Минус 8. То есть я правильно подумал, да? Минус 8, подожди. Мы сдвинулись. Минус 7. Допустим. Хорошо. Ёбаный хуй. Блять. Меня услышали. А чё, а тень осталась? В смысле, это как? Это Хогвартс. Это Хогвартс. В смысле, опять минус 9? Подожди, не. Я не хочу опять минус 9. Ебать, здесь уже другое место, слышь. Так, подожди, мне надо запомнить расположение. Мы дошли до минус 7. Вот, сейчас посмотрим, какой здесь. Так, минус 9, хорошо. Минус 9. Если мы вот так идем,
Пробуем сейчас тупо спуститься. Короче, здесь нужно запоминать, где, как, что и почему. Минус 7 мы пошли прямо. Встретили скримак машину. Вот, минус 8. Подожди, а может быть... Ну, если дальше идешь минус 7, как бы, да? Ладно, мы сейчас дойдем опять до минус 7 и там уже посмотрим. Минус 7. Машины же здесь больше нет. Минус 7. И здесь сейчас минус 9, да? Бля, да. Значит, когда ты дойдешь до минус 7, тебе нужно идти обратно. Ну, по логике так это вроде как выходит. Все, я понял, я услышал. Так, это минус 8. Спускаемся до минус 7 и идем обратно. Больше вариков просто нет. Больше вариантов вообще не дано. Посмотрим. Такое ощущение, что длиннее и длиннее становится, я столько бегаю. Мысли, блядь, минус 9. Ты шо, ебалай? Минус 8 же было. Ну да, мы вернулись. Подожди, вот сейчас мы возвращаемся. Сейчас будет минус 9. Потом мы два раза идем на... Ну, прямо до минус 7 доходим. Вот сейчас минус 9. Следующий будет у нас минус 8. Потом будет минус 7. Минус 7. Чё ж меня так колба... В смысле, блядь, минус 9? В смысле, она что, рандомная или что? Как? Угу. Я пытаюсь понять просто логику игры. Блять, минус 9, ты посмотри, что. Так, а может быть я здесь вот, ну как, смотри, стрелка. Идем обратно теперь. Блять, видишь, минус 8 стало. Вот я не знаю, она прямо сейчас сработает, минус 8 или нет. Бать. Глаза у машины. Так, смотри. Если скримак срабатывает, мы идем дальше или назад? Давай назад. Так, допустим. Минус 7, минус 7, минус 7, тема. Почему? Да хорош, угомонись уже. Минус 7. Так, мы здесь встретили машину, которая хотела нас замочить. Короче, когда скримак, скорее всего, нужно идти обратно. Сейчас минус 6. Ай-яй-яй, хорош. Так, интуиция есть, это прекрасно. Так, минус 6. Доходим до сюда. И идем обратно. Ебать, минус 9, прикинь. Так было все хорошо. Боже, до минус 6 дошли. Так, минус 8. Минус 8, минус 8, минус 8. Здесь, скорее всего, будет минус 9. Сука. Прям вот. И ведь никак не проверишь. Блять, минус 9. Ну ты приколист или чё? Юморист хренов. В прошлый раз просто было один раз и два прямо было. Тогда мы дошли до минус 7.
Вот, а потом... Потише, минус 8. Идем прямо сейчас, должны до минус 7 дойти, по факту. Я говорю, либо здесь какая-то процедурка играет. Все по-разному. Сука, видишь, еще минус 9. То есть надо было обратно идти. Интересно, а как здесь рассчитать тогда логику эту? Видишь, минус 9. Здесь, мне кажется, нужно дойти до определенного угла. То есть вот так вот дойти. Увидеть вот это все. Потом свернуть обратно. Вот, видишь, уже другой путь. Минус 8. Идем прямо, пробуем. Я просто не знаю, обратно мы уже возвращались, и так мы возвращались. Семь, минус 7. Хорош. Сейчас по логике, если два подряд, значит один должен быть назад. Пробуем. Чисто по логике. Сука. Минус 6. Хорош. Хорош. Уж раз мы вернулись или прошли прямо? Ля, вдруг назад? Я вот, блядь, даже не знаю. Скорее всего, назад. Минус 6 было, да? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Минус 5. Хорош. И сейчас должен быть прямо. Ну, и так по расчетам их логики. Но это не точно. Минус 4. Минус 4. Ёбаный, откуда здесь олень взялся? Так, минус 4. Идем назад. Идем назад. Чем ближе, тем они делают рандомнее. Должны, по крайней мере. Минус 3. Хорош, я же говорю, вот чисто так, интуитивно. Минус 3. Ебать. Я худею. Все, я опять минус 9. Короче, ну зато мы знаем, что после минус 3 идет совсем плохая штука. А вот. Эту игру, конечно, можно бесконечно проходить на самом деле. Я не знаю, как здесь все это генерируется, но мы дошли до минус 3 уровня. Вот. Если кто-то вдруг сможет пройти больше меня, обязательно пишите в комментах. Я скажу, что ты просто охрененный чувак. Вот. А на этом у меня все. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Вот такой вот хоррор ожидается в ближайшем будущем. Пишите в комментах, что вы думаете об игре.